11 сентября в сквере около сковородки Казанского федерального университета прошла сковородка перемен. Завершающая акция роуд-тура «Время молодых». Сюда сегодня мы приглашали первокурсников, которые только вступают в студенчество. 4 августа они стартовали и проехали 45 муниципальных образований с автобусом «Время молодых». На протяжении месяца я смотрю за молодежным роуд-туром в соцсети Instagram и видела, как ребята передвигаются в разных районах нашей республики Татарстана. Вообще, когда я увидела, что сегодня у меня рядом с университетом будет это событие, я решила, что я точно должна его посетить. Приезжая в каждый район или город, организаторы рассказывали о возможностях, которые сегодня есть у молодежи. Какие возможности они должны не проспать, где они могут учиться, где они могут участвовать творчески, где они могут развиваться в науке. Все эти возможности есть в Татарстане для молодежи, есть в России для молодежи. И главное знать о них и ими пользоваться. Тебе напомнят о возможностях для молодежи в Татарстане и помогут выбрать вектор развития. Ты также сможешь поучаствовать в творческих конкурсах, интеллектуальном квизе и пообщаться с командой масштабного тура. В каждом районе мы увидели заинтересованных ребят, заинтересованные лица, глаза горели, и это прекрасно. Становись частью сковородки перемен, возможностей, смыслов, взглядов, творчества и открытий. Кирилл Мукаев, Федор Пасынков, Ленардо Влетьяров, Универньюз.